Три яйца мы взбиваем с сахаром и солью. Яйца с сахаром и солью взбились до бела. Сахар вливаем сюда. О. Масло растительное. Одну чайную ложку разрыхлителя высыпаем. И всыпаем постепенно к яйцам. И перемешиваем. Тесто вот такой консистенции должно получиться. Переливаем его в форму. И распределяем по форме. Делаем крем. 250 грамм рикотта, сыр рикотта. Взбиваем одно яйцо. Высыпаем сахар. Ложка манной крупы. Можете добавить крахмал кукурузы. Выкладываем крем в кондитерский мешок с простой насадкой. Заранее можете включить духовку на 180 градусов. Торт, пирог делается очень быстро. Все замешал и в духовку. Не надо никакой ни расстойки, ни промазывания крема. Насадка. И вот так вот делаем вот такие полоски. Еще есть маковая начинка. Я ее сейчас смешаю с абрикосовым вареньем. Вы этого можете не делать. Просто творог с маком очень хорошо сочетается. Маленькой ложечкой туда внутрь. Оно тоже опустится на дно. И будет очень вкусно. Видео с приготовлением маковой начинки я прикреплю в правом верхнем углу. Там подробно все описывается, как приготовить маковую начинку. Получилось сейчас в духовку на 180 градусов минут на 35-40. Уже сухая палочка. Буду доставать. Смотрите, какой красивый пирог получился. Очень замечательно. Его надо достать, пока горячий. Без формы. У нас уже весна.